Если ты не успеешь поставить лайк за 3 секунды, то у тебя за спиной появится сиреноголовый. Хей-йо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, у нас сегодня, ребята, в Брикриксе будет эволюция телевизора голового. В общем, да, ребята, посмотрите, новый Siren Head, сиреноголовый, только теперь, ребята, вместо головы у нас будет огромный-огромный телевизор. Посмотрите, ребята, вот наши все стадии телевизора голового. Сначала, конечно же, у нас, ребята, будет маленький телевизор голововый, потом, ребята, побольше, потом, ребят, еще больше. Кстати, ребят, посмотрите, какой большой телевизор, прям реально, ребята, огромный. Ну и в итоге мы, ребята, превратимся в огромного мутанта телевизора голового. Это уже, ребят, будет и телевизор даже головый, да, то есть не тело, ребят, сиреноголового с башкой телевизором. А теперь это у нас, ребята, будет самый настоящий трипод, треножник. Да, ребят, прям как из фильма «Война миров». Ну и, ребята, давайте мы на этой серии наберем 10 тысяч лайков, и у нас, ребята, будет мега-эпичное противостояние эволюции светофора голового против телевизора голового. Также, друзья, унитаза голового против, например, телевизора голового или светофора голового. Ну, короче, ребят, вы сами знаете, то, что у нас много-много вот этих вот головых теперь. Унитаза головы, телевизора головы, светофора головы, сирена головы, фонарь головы и другие также в скором времени, ребята, появятся. Короче, ребят, с вас много-много лайков, с нас, ребята, много-много новых роликов по Брикриксу не только. Ну и мы, друзья, начинаем. Да, ребята, наша эволюция начинается. Вот такая прикольная первая стадия телевизора голового. Посмотрите, вот такой, да, ребят, прикольный телевизор вместо головы у нас. Так. Вот, ребят, смотрите, первая машина. Оу, просто берем ее, разрываем. Розовенькая, ребят, машинка, просто минус. В принципе, неплохо. О, ребят, смотрите, желтая и синяя машины. Так, а ну-ка, синий, получай. Все, ребята, разорвали. Ну и, ребята, конечно же, по стандарту необходимо уничтожить где-то примерно 7-8 машин для эволюции. После этого мы, ребята, эволюционируем большого, огромного телевизора голового. Прям, ребят, уже настоящего, большого и очень-очень сильного. Так, давай, быстрее. Так, а ну-ка, желтенький, иди сюда, бро. Тихо, нифига себе, смотрите, у ребят довольно-таки шустрый. О, ребят, смотрите, еще одна машина. Так, тихо, нифига себе. Вы это, ребята, видели? Берем просто и разрываем, все, плюс 3. В принципе, неплохо. Так, желтый, иди-ка сюда, бро. Иди сюда. Ты что, решил просто кругами ездить? Ребят, смотрите, он просто, походу, меня решил потроллить. Я понял. Так, где он? Куда он спрятался? А я, ребята, знаю, где он. А я знаю. Сейчас, смотрите. Просто план капкан и... Да ладно? И где он? Видимо, он завернул. Да, ребят, смотрите, направо он завернул. Так, поехали. Давай. Ха-ха-ха. Ну, сейчас он, ребят, смотрите, попадется, наконец-то. Так, желтенький, приветики, желтенький. А ну-ка, иди сюда. И где он? Вы понимаете, смотрите, ребят, меня взял просто-напросто затроллил. Вот, блин, засранец. Так, ребят, все, минус это получается черно-белый. О, лавовый, иди-ка сюда тоже, бро. Все, ребят, смотрите, тоже его разорвали. В принципе, очень даже круто. Очень даже, ребята, офигенно. В принципе, для эволюции остается нам буквально где-то 3-4 машины. Можно даже немножко побольше, ребят, уничтожить. И давайте мы сейчас уничтожим также вот того вот желтенького. Видели, ребят, вообще офигел какой-то мой подписчик. Берет меня и троллит. Так, я, кажется, догадываюсь, кто это. А ну-ка, сиди, бро, иди сюда. Так. И все. Разорвали. Смотрите, ребят, вот еще один. Так, давай, полный вперед, телевизора головы. Кстати, да, ребят, смотрите, он издает звуки. О, ребят, смотрите, телевизора головы примерно такие же звуки издает, как сирена головы. Слышите? Угу. Похоже, друзья, на сирену звуки. Так, разрываем, давайте вот эту, ребят, смотрите, желтую машину. Так, давай. Да ладно, в смысле? Мы не попали? Нифига себе. Так, оранжевый, бро, получай. Все, ребят, смотрите, просто взяли, разорвали. Так, этого тоже, смотрите, друзья, просто берем, разрываем. Так, розовый. Все, короче, смотрите, ребят, мы уничтожили еще где-то 3 или даже, возможно, 4 машины. В принципе, неплохо. Так, а ну-ка, ты желтый вообще офигел, что ли? А ну иди сюда, блин. А ну иди сюда быстро. Сейчас давайте мы, ребят, вот этого... Желто-синий, смотрите, ребят. Так, синего берем, ребят, повреждаем. Потом давайте мы его добьем. Ребят, смотрите, здесь тоже желтый. Смотрите, ребята, желтый и синий просто-напросто решили от меня спрятаться. Под парковочкой. Ничего, парни, сейчас, подождите. Это, конечно же, ненадолго. Это ненадолго. Так. Вот. А, смотрите, ребят, желтый в итоге взял, выехал. И получай, да. Ну, короче, да, друзья, вот такая прикольная первая стадия телевизора голового. Вот такой, да, ребят, посмотрите, прикольный телевизор. У меня такой, кажется, был давно. И давайте мы, ребята, прямо сейчас же эволюционируем. Ну и мы, друзья, только что эволюционировали. Вот, ребята, следующий телевизор головый, посмотрите. Вот такой, да, ребят, большой, мощный. И давайте мы сейчас, ребята, будем уничтожать машинки. Так, вот, ребят, смотрите, первая машина. Оу! Получается, да, ребята, уже плюс один, в принципе, неплохо.
Довольно-таки, да, ребят, посмотрите, мощный телевизор оголовый. Так, ребята, полный вперед. Давай, ускоряйся. Какой же, посмотрите, все-таки он, ребята, медленный, наш этот телевизор оголовый. То есть он, ребят, получается, уже вырос, да, массы набрал, но еще не научился довольно-таки быстро передвигаться. Все, ребят, смотрите, еще плюс один. В принципе, офигенно. Просто, ребят, замечательно. Так, воу, что? Вы это, друзья, видели? Просто желтый улетел куда-то. Давай, телевизор оголовый. Почему ты такой медленный, капец. Ребят, смотрите, да ладно, желтая машина еще едет. Да ладно, друзья, как она еще едет? Это же просто невозможно, вы понимаете? Офигеть, конечно. Так, добиваем ее, друзья. Так, давай. И все, готово. О, ребят, смотрите, черно-белый. Так, бро. Иди сюда. О, смотрите, ребят, еще синяки. Короче, да, ребят, получается, мы уничтожили уже 3 или 4 машины, но для эволюции нам на этот раз, ребят, нужно довольно-таки много, целых 10 машин. О, желтый. Снова ты, что ли? Или это уже какой-то, ребят, другой? Давай, телевизор оголовый. По-моему, мы, ребят, видите, уже много быстрее стали. Это уже довольно-таки, ребят, хорошо. Так, стреляем. Все. Еще, друзья, плюс один. О, ребят, смотрите, желтые и синие машины. Давайте сегодня мы, ребят, начнем с синей машинки. Так, а ну-ка, синяки, иди сюда, бро. Есть, друзья, смотрите, попадание, все. Не, смотрите, он, ребят, еще жив, вы понимаете? Капец. Так, а теперь иди сюда, желтый. Все, ребят, смотрите, просто взяли, разорвали моего. Так, а ну-ка, оранжевый. Ну, да ладно, как? Смотрите, он, ребят, еще жив. По-моему, смотрите, мы, ребят, уже быстрее намного стали. Прям, смотрите, ребят, на глазах эволюционируем, развиваемся. Так, еще минус один. Так, друзья, добиваем синего. Все, добили. Ну и давайте мы сейчас, друзья, еще уничтожим много-много машинок. Где-то штук 5. Ну и, в принципе, уже тогда только отправимся эволюционировать. Так, и где же все? Вон, ребят, смотрите, вижу машинку, там ездит. Так, давайте мы сейчас, ребят, проедемся в сторону каньона. Вдруг там машины будут. Мне что-то, ребят, кажется, там как раз-то есть и машины. Давай. Телевизор оголовый. Капец, ребят, сколько у нас уже этих головых, да? Сирена головый, фонарь головый, светофор головый, унитаз головый, телевизор головый. Потом еще, возможно, ребят, еще кто-то появится. Какой-нибудь, не знаю, кактус оголовый, блин. Катана головый. О, ребят, смотрите, машины. Так. Оо, ребят, смотрите, мы, кстати, видите, намного сильнее уже стали. Быстрее, сильнее. Прям, ребят, смотрите, реально прям эволюционируем. Развиваемся. Так. Все, друзья, минус. Так, стреляем, друзья, по вот этому. Давайте теперь. Капец, конечно. Так, давай, телевизор оголовый полный вперед. О, ребят, смотрите, еще вижу синюю машину. Так, сиди тоже получай. Так, вот. Почти, ребят, смотрите, попали. Да, все. Еще, друзья, плюс. Получается один. Получается, ребят, уже тем временем плюс 3. Просто замечательно. Так. О, ребят, смотрите. Вижу еще одну машину. Так. Стреляем по ней. Почти, видите, друзья, попали. Есть попадание. О, ребят, смотрите, просто тачка взяла, улетела куда-то. Так. А ну, иди сюда. Да. Видите, да, ребят, прям просто нереально уже эволюционировали. Очень стали сильными, мощными. Так, еще минус один. Так, давайте мы сейчас, короче, ребят, последнюю машину уничтожаем. Вот давайте, ребят, вот эти вот. Так, оранжевую и черно-белую. И давайте мы, ребята, прямо сейчас же эволюционируем. Ну и мы, друзья, только что эволюционировали в большую уже взрослую стадию. Особь нашего, друзья, телевизора голового. Посмотрите. Вот такой, да, ребята, огромный, просто большущий телевизора головый. О, все, ребят, смотрите, просто взяли, разорвали. Так, оранжевый, бро. Тоже иди-ка сюда. И ты. Нифига, смотрите, ребят, просто машина взяла и заехала. Прям к нам на ноги. Так. Тихо. Так, отпусти меня, машина, ты что делаешь? Это против правил, алё. Ребят, смотрите. О, все. Сейчас, конечно же, мы ее, ребят, уничтожим. Все, уничтожено. Ребят, и это тоже, смотрите, машина была уничтожена. Все, красиво. Так, ну и, ребят, смотрите, берем, разворачиваемся, стреляем по этой машине. В смысле, что с ней? Добиваем ее. Все уничтожено. Ребят, вы это видели? Капец, конечно. Так, а ну-ка, иди сюда тоже. Иди сюда, оранжевый. Вот, повредили мы его, друзья. Берем, добиваем. Короче, все, ребят, давайте полный вперед. О, видите, друзья, синюю машину я вижу. Кажется, она меня решила потроллить. Разворачиваемся. Вот, так. Тихо. Что это просто за какой-то арабский дрифт? Арабская, ребят, езда. Видели, на боку. Тихо, вот. А ну-ка, сиди, остановись быстро. Ай, ребят, что? Вы это видели? По-моему, смотрите, ребят, даже телевизор просто взял и закопался. Вы это, блин, видели? Капец, конечно. Ну да, ребят, бывает и такое. Ребят, смотрите, вот вижу еще машины. Так, а ну-ка, идите сюда. Оранжевый, вот. Красиво, ребят, попали.
Очень, видите, красиво. Черно-белый, тоже умри. Так, друзья, смотрите, красный. Почти, да ладно, как он, ребята, выжил? Вы это, блин, видели? Просто полный капец. Стреляем, ребята, по нему. Блин, довольно-таки, да, ребята, сложно играть за нашего телевизора голову. Вы это видели? Просто, ребят, авария произошла. О-о-о, капец. О, ребят, смотрите, еще машинки. Так, оранжевый, друзья, минус. О, зеленый. Так, ребят, смотрите, еще и красный. Есть попадание. Давай, телевизора головый. О-о-о. Быстрее, друзья, за зеленым. Давай. И, ребят, берем, стреляем. Да, уничтожен. Блин, ребят, реально, сколько у нас уже этих головых в Брикриксе? И всевозможные унитазы, и сирены, и фонари, и светофора. Теперь, друзья, еще телевизора головый. Если вы, да, друзья, хотите противостояние эволюции вот этих вот монстров всех, головых наших, например, светофора голового против телевизора голового, либо, ребят, других всевозможных монстров, давайте, ребята, много-много лайков наберем. И обязательно, ребята, конечно же, будет вот такое вот подобное противостояние. Так. Давай, ускоряемся. Вот, и, друзья, смотрите, просто берем и добиваем. Есть. Так, а ну-ка, красный. Останавливаемся. Красный. Смотрите, ребят, просто он берет и горит, вы понимаете? На ходу, ребят, просто сгорает. В смысле, он еще едет? Нет, далеко ты, конечно же, уже броню уедешь. Так, ребят, смотрите, просто берем, добиваем эту красную машину. Оранжевую машину. Вот эту давайте оранжевую просто берем, также добиваем. Так. Вот, все. Ну, короче, да, друзья, вот такая мега эпичная эволюция телевизора голового. Вот такая, да, ребят, офигенная стадия. Мы довольно-таки, да, ребят, вы сами видели, много-много машин уничтожили. И давайте мы сейчас, друзья, разберемся с полицией Лего Сити и отправимся эволюционировать. Нифига себе, ребята, посмотрите, сколько полицейских машин. Так, получайте, копы, получайте. Ребята, давайте полный вперед. Знаете, давайте мы сейчас, друзья, что сделаем. Смотрите. Просто, друзья, берем и ломаем вот этот гигантский небоскреб. Вы это, блин, видели? Капец. Ребят, смотрите, сколько полицейских. Так, стреляем. Ребят, стреляем по полицейским. Все, минус. Так, получайте, копы, получайте. Капец, друзья, вы это, блин, видели? Просто что мы сделали? О, кстати, машины, смотрите, ребят, еще некоторые целые остались. Так, разрываем, ребята, машинки. Вот эти, которые целехенькие еще остались. Вот, стреляем, ребята, по ним. Вот, все. Так, друзья, смотрите, просто берем и ломаем дом. Давай, домик. Падай. Ребят, давайте вот сюда вот постреляем. Вот, и... Да ладно, как он выжил? Ну ладно, в принципе, мы его, ребята, и так уже убили. О, ребят, смотрите, вижу еще одну полицейскую машину. Давайте, друзья, полный вперед за ней. Так, ребят, стреляем, смотрите. И да ладно, ему повезло. Друзья, вы это, блин, видели? Как ему так повезло? Это же, блин, просто невозможно. Вы, друзья, это понимаете? Капец. Так, получай. Ребят, смотрите, просто берем и уничтожаем все машины. Вместе с полицейскими. Назад. Вот. Добиваем вот эту вот. Все уничтожено. Так. Блин, ребят, видите, довольно-таки телевизора головый вот такой вот большой. И за него довольно-таки, да, ребят, сложно выйти играть. Очень прям даже сложно, я так скажу. Так. Стреляем, ребята. Убили полицейского. Уничтожили, друзья, вот эту машину. Все теперь точно. И добиваем, в принципе, да, ребят, последние машинки и последних копов. Вот, кстати, смотрите, ребят, один из самых последних бегает. Короче, да, друзья, такая у нас сегодня мега эпичная эволюция получилась нашего телевизора голового. И давайте мы, ребята, прямо сейчас же эволюционируем в максимальную стадию. Ну и мы, друзья, наконец-то только что эволюционировали в максимальную нашу стадию. Посмотрите. Вот такой, да, ребята, огромный трипод, треножник, телевизор. Оу, капец, ребята, посмотрите просто, что мы творим. Так... Вот, ребят, смотрите, просто берем, разрываем эти все машины. Стреляем, друзья, по ним, капец. Да, ребят, самый настоящий трипод, треножник. Примерно, ребят, такой был в фильме «Война миров». Вы помните, кто смотрел? Довольно-таки, да, ребят, крутой фильм про пришельцев, про инопланетное вторжение. Так, еще, друзья, минус один. Так, вот, смотрите, ребят, еще машина едет. Давай. Стреляем, друзья, по ней, все. Нет, смотрите, ребят, она еще едет, да ладно? Как? Как это, ребят, просто, смотрите, происходит? Попаду. Ей, кстати, да, ребят, попал. Серьезно, смотрите, друзья, самая последняя машина остается, и все, и больше, ребят, в принципе, никто не выжил. Капец, как это, ребята, мы просто сделали? Как? Так, разорвали еще одну. Так, давайте, короче, ребят, полный вперед за вот этой вот тачкой, которая, смотрите, там, ребят, сваливает вдали. Давай. Смотрите, ребята, вот еще, смотрите, машина едет.
Ща попаду, подей, и... Давай, 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 да! Все. Еще ребята ду разорвали. Ну и, ребят, быстренько давайте отправляемся за вот этой вот машиной, самой-самой последней. Где она? Куда она, ребята, уехала? О, ребят, смотрите, они сами же выехали, получается, в мою ловушку, стреляем по ним, да ладно! Они еще живы, как? Ребят, просто, видите, полный капец. Так, слева, 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 все! Разорвали. Короче, да, друзья, вот такая мега-пищащая эволюция нашего телевизора голового. Вот такая, да, ребят, мега-мощная последняя стадия. Вот такой, да, ребят, самый настоящий треножник, трипод. Офигеть, конечно. Вы, ребята, только посмотрите наш большущий телевизор. Так, друзья, берем и просто разрываем эти все машины. Короче, да, друзья, вот такая мега-эпичная у нас сегодня эволюция получилась. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы, ребята, встретимся с вами в новых роликах, в новых эволюциях, в новых, друзья, эволюциях головых. Всем, друзья, пока-пока-пока.